Во Дворце культуры Черкесска чествовали прекрасных дам, которые на протяжении многих лет отдают все свои силы любимой профессии. В преддверии Международного женского дня их поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе тех, чей труд был высоко отмечен, и сотрудники нашей телерадиокомпании Алла Динаева и Алимат Матакаева. Подробности расскажет Артур Мхце. Они и учителя, и врачи, и сельхозработники, и юристы, и журналисты. Где бы ни трудились прекрасные дамы, с ними коллектив сразу становится другим. Намного ответственнее, что ли. Накануне международного праздника женщин поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Сегодня еще один повод прославлять ваши заслуги, сказать, как мы вас любим, ценим, благодарим. За то, что рядом с вами мы чувствуем себя сильнее, счастливые и готовые к любому испытанию. В этот день высокими званиями был отмечен многолетний труд представительниц различных сфер деятельности на благо республики. Всех их объединяет главное – небезразличие к своей профессии, к людям, для которых они трудятся. Я искренне тронута, что вот такое высокое доверие и такая высокая награда так оценили мой труд. Я очень благодарна правительству, Минздраву, своему родному коллективу. Я понимаю, что эта награда, может, и заслуженная мной, но пусть это будет 50 на 50, наверное, потому что один в поле не воин. Обязательно есть дружный творческий коллектив, благодаря которому твои способности и твои таланты видят зрители. Я очень признательна своему руководству, своего учреждения, Министерства здравоохранения и республики за ту высокую оценку, которую они оценили мой многолетний, скромный и повседневный труд, труд врача. Присвоить почетное звание заслуженный журналист Карачаево-Черкесской республики Динаева Алачи Владимировна, ведущему программы службы информационных программ телевидения Государственной телевизионной и радиовещательной компании Карачаево-Черкесия. Приятно, что сегодня заслуженными журналистами республики стали две представительницы государственной телерадиокомпании Карачаево-Черкесия Алла Динаева и Алимат Матакаева. Хотел бы поблагодарить всех своих коллег, всех причастных за столь высокую оценку моего скромного труда. Но, естественно, это награда это нашего коллектива, это награда всех тех, кто работает в компании, в журналистике. Очень люблю свою работу в преддверии такого прекрасного женского праздника. Я хотела бы поздравить всех женщин с 8 марта. Пусть всегда будет мир, тепло, уют в домах. Лирические музыкальные композиции и стихи стали оригинальным поздравлением, словами благодарности милым женщинам, наставницам, мамам за то, что они ежедневно делают эту жизнь ярче, краше. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.